Привет всем! Продолжаем нашу постоянную рубрику «Толковый словарь буддизма». И сегодня мы поговорим про пять обетов. Пять обетов принимают все миряне в буддизме. Монахи их, конечно, тоже принимают, но у них там все куда сложнее, поверьте мне. И они являются обязательными к исполнению, если ты считаешь себя буддистом. Давайте поговорим о том, что они собой представляют и почему соблюдать их достаточно сложно. Итак, пять обетов. Обет первый. Не убивать живое существо. Ну или иногда его еще трактуют как не причинять вреда живому существу, что как бы еще более всеобъемлюще. Второе. Не воровать, не брать чужих вещей. Третье. Не заниматься недопустимыми сексуальными практиками, иногда просто не прелюбодействовать. Четвертое. Не врать, не говорить неправды. И, наконец, пятое. Не употреблять опьяняющих средств. Ну вот, как бы, все понятно, да? В чем сложность? Ну, на самом деле, сложности очень много. И давайте я здесь начну с конца, потому что в самом-самом начале нас ждет big review. Итак, давайте начнем с пятого обета употребления опьяняющих веществ. Конечно, это касается в первую очередь алкоголя и наркотиков, и это понятно. Я думаю, все понимают, почему их не стоит употреблять. Но когда начинаешь... Когда дело доходит до практики, то появляется масса вопросов. Во-первых, неужели я не могу действительно выпить этот бокал вина, от которого я даже не опьянею? Во-вторых, а что насчет сигарет? Вроде как опьяняющие. Ну да, что-то они дают, но многие люди курят и ничего, не приводят никаким тяжелым последствиям по сравнению с тем же алкоголем. Но тем не менее, тоже как бы нехорошо. А как насчет кофе? А как насчет всех других веществ, которые содержат кофеин? Они же тоже как-то воздействуют на твою психику. Их можно употреблять или нет? И если их можно употреблять хотя бы в каком виде, то где проходит та граница? Сложно, да? Но еще сложнее ситуация с ложью. Потому что, да, хорошо, понятно, что лгать это не очень. Но вот, скажем, меня спрашивают, как у меня дела. Дела у меня не очень, но я не хочу сейчас вступать в какие-то беседы на этот счет, не хочу, опять же, расстраивать человека, и я говорю, все у меня замечательно. Я соврала, это плохо. Или вот, скажем, я прихожу проведать больного человека, которому ни в коем случае нельзя нервничать. Человек говорит, как там поживает мой песик, а песик вчера умер. И я понимаю, что если я скажу про песика, то человеку может быть плохо, и он может вообще умрет. А если я не скажу про песика, я скажу, песик жив и здоров, все с ним прекрасно, я совру, что мне делать? И так далее, и тому подобное. Сложно, правда? С третьим, теми самыми недопустимыми сексуальными практиками все еще хуже. Потому что это является просто огромным предметом пламенных дискуссий в буддийском мире. С одной стороны, если мы обратимся к источникам и вообще посмотрим на то, что обычно считается недопустимым в сексе с буддийской точки зрения, то это, конечно же, изнасилование, кровосмешение, секс с несовершеннолетними или, ну скажем так, людьми, находящимися под опекой каких-то других людей, секс с заключенными, секс с проститутками, что еще? Понятное дело, секс с людьми, которые уже состоят в отношениях. Но дальше начинаются проблемы. Скажем, секс до брака – это можно или нет? По взаимному согласию между двумя совершеннолетними людьми. Однополый секс – да или нет? А вот, скажем, секс с человеком, состоящим в отношениях, но с позволения его партнера, это можно? А если я займусь сексом сразу с супружеской парой? Понятное дело, согласие обоих.
И вообще, секс с больше, чем одним партнером, это да или нет? И так далее, и тому подобное. Опять же, хорошо, секс с заключенными это плохо, а секс с подчиненными, которые не могут мне тоже сказать нет. А если я... Это выборы, извините. А если я займусь сексом с проституткой, но не заплачу ей, у нас все по любви, это как? И так далее, и тому подобное. И получается, что здесь пространство для интерпретации просто гигантское, и, скажем, я смотрю на некоторых людей, которые считают себя идеальными буддистами, и мне кажется очень сомнительным их понятие допустимого секса. Они, в свою очередь, смотрят на меня и думают, боже мой, как у нее все ужасно. Вот так вот. То есть здесь нету какого-то однозначного ответа на вопрос, что же можно, а что нельзя делать. Ну, пойдемте дальше. Воровство. Ну, здесь-то все понятно. Ну, не бери ты чужого. Все. Да. А если я, скажем, нахожу на улице какую-то вещь, она же чужая, но она потерянная. Я могу ее взять себе или я не могу ее взять себе? Или, скажем, могу ли я украсть животное, с которым плохо обращаются, чтобы с ним, соответственно, больше не обращались плохо? Это как? Это хорошо или плохо? Или могу ли я отобрать у человека принадлежащую ему вещь, потому что он с ее помощью кому-то делает плохо? Могу ли я отобрать у дебошира палку, рогатку у хулигана или еще что-нибудь. И вот опять мы сталкиваемся с тем, что здесь тоже все очень сложно. Но хуже всего становится, когда мы доходим до первого обета – убийства. Потому что в буддизме он касается, во-первых, всех живых существ, не только человека, но и животных, насекомых, вообще всех. Это во-первых. Во-вторых, дело не в том, убиваешь ли ты кого-то своими руками. Дело в том, что если ты содействуешь убийству каким-то образом, то это как бы тоже убийство. Получается, что когда я просто хожу по земле и давлю каких-то букашек, я совершаю убийство. Когда я ем мясо, которое кто-то зарезал для того, чтобы я могла есть, я совершаю убийство. Но хорошо, даже если я перейду на полностью вегетарианскую диету, то овощи, которые для меня выращиваются, наверное, выращиваются с применениями всяких пестицидов, или в любом случае фермерам приходится убирать и убивать насекомых, которые туда лезут, в эти овощи, и едят их. То есть получается, что я все равно содействую убийству. Я живу в стране и плачу налоги, и страна может с помощью этих налогов накупить огромное количество оружия и пойти воевать с другой страной. Может осуществлять смертную казнь во благо всех людей, проживающих в этой стране, в том числе меня. Может убивать людей при задержании и так далее и тому подобное. И я этому тоже как бы способствую. Вот огромное количество таких вопросов, на которые очень-очень трудно ответить. И получается, что просто со самим фактом своего существования в жизни ты кому-то причиняешь боль. И я еще даже не трогаю экологическую повестку, которая в буддизме на самом деле тоже очень-очень важна, потому что там все еще хуже. Получается, что просто соблюдать 5 обетов крайне тяжело. Тебе постоянно приходится делать выбор, не так ли? Ну да, на самом деле так оно и есть. Как сказала моя любимая Сатоучи Джакучо в каком-то интервью, есть 5 обетов. Я нарушаю их всех. Да, неожиданно, но если ты хочешь быть буддистом, то приходится осознавать, что время от времени ты будешь нарушать эти обеты, хочешь ты того или нет. И единственное, что ты можешь делать, это стараться нарушать их как можно меньше. Опять же, соблюдение или нарушение обетов – это очень сложная штука, потому что иногда принимать решения оказывается очень сложно. Будда, в свою очередь, предлагал 3 критерия, по которым можно отличить хороший поступок от плохого. Первое,
Это самый банальный. Хочешь ли ты, чтобы с тобой поступали так, как ты поступаешь с другими? Если не хочешь, то лучше этого не делать по отношению к другому человеку. Второй критерий – это думать о последствиях. Если поступок, который ты совершишь, принесет слезы, страдания, горе, то каким бы благородным и красивым он тебе ни казался, может быть, не стоит этого делать. И, наконец, третий критерий – это приближает ли это тебя к твоей конечной цели, к пробуждению, к нирване. И это, конечно, сложнее всего, потому что, давайте будем честными, мы не знаем, что нас приближает к пробуждению. Это очень трудно сказать. Но, тем не менее, мы обязаны об этом думать. Получается, что когда ты принимаешь эти 5 обетов, ты обязуешься буквально каждый день своей жизни, каждую секунду своей жизни рефлексировать на тему того, что ты делаешь и зачем, и постоянно принимать решения, принимать и принимать и принимать. И, конечно же, юзать мозг. Я всегда это говорю, что быть буддистом означает использовать свои мозги и не полагаться на мнение кого-либо другого. Потому что даже если вы сделали именно то, что вам рекомендовал сделать ваш учитель, и результат был плохим, то виноват не учитель, виноваты в том числе и вы тоже. Это все, что я имею сказать про 5 обетов. Буду очень счастлива, если в комментариях люди напишут, какие у них возникали проблемы с 5 обетами. Если будет отклик, то я расскажу свою собственную историю из пункта второго обета, с которой я столкнулась совсем недавно и до сих пор не уверена, хорошо ли я поступила. Ну что ж, всем спасибо, пока-пока!